Приветствую вас, мои друзья и гости канала. Всем огромнейший привет. И давайте посмотрим один интересный домик. Домик, сразу скажу, большой. Дом у нас два в одном. Один основной дом, а второй гостевой. И сейчас надумали его продать. Так где мы находимся? Мы находимся, ну-ка раз. Да, обалденно сейчас будет закат. Может быть, даже его успеем заснять. Мы находимся с вами в районе улицы Звездная. Ну и, конечно же, здесь рядышком, видите, везде такие хорошие хай-теки выросли. Прям, знаете, поселок хай-теков. И вот сейчас я покажу вам домик, который располагается на 8 сотках земли. Ну и, соответственно, он у нас, в свою очередь, продается. Этот дом уже соседский. Здесь будет заборчик, будет это разделено все. Ну и этот дом у нас сейчас выставлен на продажу. Сразу хочется сказать, что... Дом большой, но на любителя. Мне бы такой дом подошел. Это чем-то, знаете, напоминает моя фантазия. Это когда у меня был дом большой, да, 250 квадратных метров. И была одна спальня, был домашний театр, была баня. Было все, кроме основного, кроме спальни. Здесь немножко концепция по-другому. Смотрите, здесь мы можем на второй этаж зайти сразу вот через эту дверь. А так, конечно, по идее, мы должны сейчас спуститься вниз и уже снизу будем заходить. Ну что, дом, конечно, немножко еще до конца не доведен до логического завершения. Ну да ладно, дом — это такая штуковина, которую можно ремонтировать и доделать вечно. Конечно, сразу хочется отметить, что есть у нас возможность искупаться в бассейне. Вот такой вот бассейн, летняя кухня. И вот здесь вот видите, да, на крыше такое что-то зелененькое. Под ним у нас как раз вот и гостевые дома. Там три секции. И, соответственно, эти три секции сдаются. И, в свою очередь, на эти деньги и живется. Здесь же мы имеем с вами возможность летом, даже сейчас можно пообедать именно на летней кухне. Смотрите, да, как все красиво, как все обалденно сделано. Там, скорее всего, какой-то винный погреб. Ну и, конечно же, вид, еще раз вид. Это то, за что любят данный район. Потому что здесь просто потрясающие видовые характеристики. Ну и вот так вот у нас выглядит данный домик. Давайте все-таки еще посмотрим с вами, что здесь есть. Основной дом — это вот он. Хороший, красивый. И, конечно же, еще внизу есть как раз гостевой. Либо, например, если вдруг кто-то захочет купить данный дом на две семьи. Всего земли здесь, ребят, 8 соток. Это уже соседский. Тоже, кстати, продается. Он продается подешевле. Он продается за 11 миллионов рублей, если не ошибаюсь. Ну и давайте все-таки прогуляемся. Посмотрим, что здесь такого интересного есть. Вот у нас вот с этой стороны, видите, так вот сделаны квартирки. Вот эта часть все сдается, тоже все с ремонтом, все как положено. И вот здесь у нас участочек заканчивается. Ну и вот получается примерно так. В любом случае, конечно, если захочется отгородиться от квартирантов, это нужно будет здесь сделать заборчик какой-нибудь. И все, и вот здесь тоже поднять, потому что... Так, конечно, кто-то скажет, Макс, не совсем то, что хочется, я с вами соглашусь. Ну и в целом вот дом вот так вот у нас получается. Давайте зайдем вовнутрь, потому что я понял, что вы уже прям желаете увидеть и все. Сразу говорю, цена, ну, как бы не 10 миллионов рублей и не 15, чуть подороже. Все, давайте еще раз насладимся видом. Вот только, наверное, за вид здесь и можно данный домик и приобрести. Давайте мы с вами разуемся. Мы же с вами культурные. Культурные. Итак, первый этаж. Хороший, светлый. Первый этаж. Есть электрический камин. На данном этапе здесь идет отопление. Это водяной пол. Но пока он работает от электричества. Потому что газ сюда не заведен. Кто скажет, нифига себе, еще и без газа. Ребят, ну, еще и без газа. Газ подключить можно, но пока все соседи не скинутся, ну, невыгодно. Соответственно, да, вот, в принципе, почти мой идеал. Мне тоже так хочется, чтобы была кухня-гостиная.
и больше особо ничего и не было. Сюда, конечно, просится большой угловой диван, побольше телевизор, потому что телевизор очень маленький, он теряется на этом фоне. Ну и посмотрите, да, кухня, в принципе, интересная. Ну, лично мне нравится. Здесь же есть у нас кабинет, либо, как еще говорят, детская комната, либо гостевая комната. Вот она. Единственное, что непривычно, здесь ступенька почему-то такая образовалась. Я аж спотыкнулся. Ну, тоже, да, для детской комнаты, в принципе, тоже, я считаю, неплохо, посмотрите. Даже не то, что неплохо, очень даже хорошо. Понятно, что здесь пока живут у нас те люди, которые делают ремонт. Ну и, конечно же, внизу есть у нас санузел. Санузел, это хозяин, гостевой санузел. Здесь, соответственно, либо гости, либо ваш ребенок может спокойно принимать те или иные процедуры. Ну, давайте все-таки поднимемся на второй этаж. Я знаю, что вы уже хотите, вы уже желаете. Еще раз давайте посмотрим ту красоту, которая открывается. Первый этаж, в принципе, зачетный. Лестница у нас не крутая, в принципе, поднимаясь нормально. И вот та самая дверь, где можно сразу зайти на второй этаж. Здесь, конечно, мы попадаем с вами на такую вот террасу. Здесь можно посидеть на диване, притом, можно сказать, круглогодично. Ну или при желании, если вдруг уже прям нужна будет еще одна комната, здесь можно спокойно поставить окна и получится у нас что? Все правильно, получится еще одна комната. Но в этом доме это сделано в такой виде такой террасы. Еще раз повторюсь, застеклить ничего сложного нет, было бы желание. Соответственно, всегда можно наблюдать потрясающий закат, вид на море, вид у нас в сторону Адлера, ну и, конечно же, вид просто на отлично. Теперь давайте все-таки посмотрим с вами, что здесь у нас еще есть. Само собой, второй этаж это просто хозяйский, здесь наверху спальня, вот она. Да, интересная спальня, телевизор, зомбоящик. Все сделано, в принципе, красиво. Внизу вы видите волосатый линолеум. И знаете, я к линолеуму волосатому ковролину очень плохо отношусь, но здесь, мне кажется, он вместо. Здесь, конечно, не хватает у нас перил, потому что можно и кувыркнуться. Здесь же у нас такой вот мини-гардеробная. Здесь бойлерная. И здесь, конечно же, свой санузел. При этом вид у нас просто потрясающий, можно принимать ванну и смотреть на море, что же там творится. Снимаю специально на камеру GoPro, снимаю в линейном формате, чтобы ничего не искажалось, чтобы, как вы видите, так оно и есть по факту. В целом все очень даже хорошо. И в целом на этом, в принципе, домик у нас заканчивается, ребята. На этом все. Домик уже все. Заканчивается. Потому что больше здесь у нас спален нет. От слова совсем. Но, еще раз повторюсь, если вдруг будет мало, то вы можете просто поставить вот такие вот у нас оконные группы вот сюда. И здесь получится еще одна хорошая, полноценная, большая спальня. Вот она еще раз территория, ребят. Вот так вот выглядит бассейн. Так выглядит здесь все в целом. Ну и, конечно же, этот раньше этот микрорайон даром никому не нужен был. И прям буквально на моих глазах за 2 года он прям преобразился. Ну, в принципе, наверное, все. Теперь давайте все-таки спустимся вниз. Все я вам показал. И, конечно же, кто-то из вас спросит. Максим, скажи, пожалуйста, и почем же эта красота? Сколько стоит данный домик? На 8 сотках земли. 150 у нас квадратов идет гостевой дом. Вот именно с этой стороны. Вот он под крышей. И, соответственно, основной дом. Сколько он стоит, да? Как вы любите говорить, сколько же он стоит? Ребят, кто стоит, присядьте, пожалуйста. Кто сидит, приляжьте, пожалуйста. То, не знаю, лежит, просто перевернитесь на живот, чтобы легче было воспринимать. Ну,
Собственник оценил данное творение, данное произведение искусства всего лишь в... Ну-ка. Раз. Два. Три. Всего лишь оценил в 98 миллионов рублей. 98 миллионов рублей. Скидок нет, сразу говорю. Ипотека есть, но я думаю, что, скорее всего, по оценке не пройдет. Ну, я уверен в этом. Поэтому только грязный нал, как говорят у нас застройщики. Если вдруг кто-то хочет приобрести себе такой домик в совхозе Приморске, что находится рядышком с хостой, обращаемся, с большим удовольствием помогу вам это сделать. Ну а сейчас, ребят, все, пора у нас заканчивать обзорчик. Сейчас я еще немножко снимаю на телефон, попробую полетать и уже вечером смонтирую видеоролик. А теперь, ребят, всем пока, спасибо за просмотр. Ну и, конечно же, сразу же мне не звоните как бы по 50 человек. Ну, как бы давайте, как бы еще пишите какие-то вопросы, если интересует, по документам я вам все пришлю, потому что знаю, что сейчас выстроится очередь, ну, я уверен в этом, и все захотят этот домик купить. Все, ребят, пока, спасибо за просмотр.